приветствую вас всех на своем канале. Меня зовут Рик. И мы продолжаем проходить игру Uncharted. Судьба Дрейка. Не забываем ставить лайк, подписываться на мой канал и добавляться в группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. И приятного просмотра, ребята, вам. Так, мы находимся хрен знает где. И фиг его знает, куда нам идти. Так, совет. Ну, нам туда наверх надо. А дальше там куда не видно. Ну что, побежали наверх? Мы уже здесь ползали, как вы помните, в прошлой серии. Попробуем еще раз. Так. Кувыркаться мы можем. Теперь нам на лестницу. Здесь уже непонятно, куда нам прыгать или что там делать. Так, там что-то блестит у нас. Ну-ка, мы сможем допрыгнуть. О, молодец, Дрейк. Заберем сокровище. Серебряная брошь у нас такая. Так, а дальше куда нам теперь? На лестницу, что ли? Надеюсь, не упадешь. Да! Охренеть. Обратно все сначала начинаем. Так. Да. Так, попробуем еще раз. Да понял, что наверх мне надо. Отлично. Надеюсь, за сокровищем не надо и будет идти. Или надо? Мигает. Так, куда мне там дальше? Могу попробовать на ту сторону перепрыгнуть. О, здорово. Дальше куда мне там идти? Сюда, что ли, наверх? Так, да, двоечка нам туда показывает. Значит, нам туда. Ай, не-не. Пятерочка туда. Да, главное не упасть, не задеть. Да. Охренеть можем. Не упасть, не задеть, я сам же задеваю. Да. Долго я здесь буду. Ну конечно, куда тебе прыгать?
скоро можно рейтинг делать. 100 убийств Дрейка. То есть 100 смертей Дрейка. Так. Так. Что происходит? Да. Держи. Да. Он что, издевается? Ой, Дрейк, только дошли. Ты взял, упал. Молодец. Так, держись. Все нормально. Я живой. Так, а дальше куда мне? Так, третий надо. Сюда, что ли? Непонятно. Надеюсь, я правильно сделал. Да! И что, я вернулся обратно сюда, что ли? Зачем я вернулся сюда? Да. Нет! Интересно, мне надо было туда вообще? Вот сюда мне вообще надо было спускаться? Или не надо? Нет! Да! У нас... Так... Да! Ну, остается по низу. Здесь залез можно и туда прыгнуть. Так, не-не-не. Запрыгивай туда, Дрейк. Да что происходит? Нормально. Что нормально? Так, у нас здесь что-то открылось. Выпустите меня, выпустите! Придумай, как открыть эти ворота. Я жду здесь. Хитренькая вообще. Я должен здесь ползать. Так, что там? Да что там? Я и спрашиваю, что там. Это ты у меня спрашиваешь, это я у тебя спрошу, что там. Вообще, куда нам идти? Наверх, что ли? Мы сможем допрыгнуть? Да, конечно, такими путями мы только прыгаем. Нормально. Так, вообще-то нам показывать веревку. Придумай, как открыть эти ворота. Я жду здесь.
Так нам туда надо. Ну-ка, здесь что-нибудь есть? Нету. Так, что нам дальше? Не на эту же веревку. И как мне эти ворота открыть? Нифига. Спасибо за подсказку. Что? Вот у нас так ворота открываются. Спасибо. Да не, а что? Так, двоечка нас туда ждет. Четверка туда, нам сюда. Да, что происходит? Эти намного проще зашли. Это нечестно вообще. Кто выживет, того и золото! Ты проиграл! Убейте обоих! Ну вот. Опять я. Начинается. Да отойди ты. Еще и гранату кидают. Кто следующий? Где же он там? Где ты там? Прячься. Не высовываться! Ты что, синхронно, что ли? Бей его! Да конечно. Все? Да ну нафиг. Да сколько вас там? А ты там чё бегаешь? Порядок. Все, больше нету никого. На револьвер-то я бы с удовольствием бы взял. Но там мало патронов. Да опять? Да вы что? Издеваетесь? Иди ты.
все, больше никого нет. Ну, подсказка. Там наверху наверх что-то типа лестницы. Ой-ой-ой-ой. Не то ты сделал. Так, здесь что-нибудь есть? Вон он где! Да ты что? Пошли дальше. О, ты где? Вон там! 50 убийств совершили. Так, мы сюда бы залезли бы, а? Так, а дальше куда? Перешли. Ну, сюда. Дальше-то куда? Зачем мне сюда спускаться? И наверх? Ну, показывать мне наверх. Да, лестница появилась. Здорово. Ну, да сколько вот. Че, и сзади что ли? Чего там происходит? Да, в принципе, хана, отстань. Так, наверх побежали. Вообще, стоит нам туда? Надеюсь, это не тупик. И я надеюсь. Огонь на поражение. Да где вы там? Что-то я вас не вижу. А? Патрончики. Стреляешь.
Наверху там что-то блестит у нас. Залезть не можем? Нет? Заглянем сюда. Нифига я ничего не вижу. Куда идем, хрен знает. Там что-то блестит, здесь блестит. Тут ничего нет. Мне это надоело. Опоздали. Нейт? Это Дрейк. Дедушка? Он ничего не нашел и умер здесь. Вот тебе и величие. Потратил жизнь впустую. Нейт. Что там происходит? Надо уходить. Ты готов? Да. Конечно, готов. И что, так сокровища так и не нашли? Должен же быть отсюда выход. Так, сердце сокровищницы. Дробовик не хочу. Надо посмотреть, что еще есть. Так, автомат. Там наверху какой-то механизм. Эй, там лестница. Я могу дотянуться, если ты меня подсадишь. Да подожди ты. Дробовик. Патрончики. Подготовиться на всякий случай. Куда тебя? Ты? А это что было? Должен же быть отсюда выход. Это такая нелепая смерть? Там наверху какой-то механизм. Эй, там лестница. Я могу где? Дотянуться, если ты меня подсадишь. Где лестница? Так, дробовик нам не нужен. Ну-ка, что там происходит? А? Сейчас подожди. Да не хочу я дробовик. Сейчас лестницу тебе поставим. Ладно, залезай. А ты тяжелее, чем кажешься. Достаешь? Это что-то типа лебедки, что ли? Тут веревка. Я попробую ее к тебе спустить. Сейчас в это время на нас нападут, да? О, я вижу туннель. Тут можно выбраться. Да ты что? Ну-ка. Привет, парень. Кто это? Тише, Эдди, тише. Что происходит? Что там такое происходит? Ты их не видел? Кого? О, нет. О, Господи, нет! Нам конец! Это что такое? Нам конец! Что за хрень? Нам всем конец! Нет! Эдди, вернись! Это вы кто такие вообще? Вот черт! Дрейк, если мы не выживем, хочу, чтобы ты знал, я тебя ненавижу! Мы это поняли. Взаимно. Ну, приступим. Что у тебя там? Просто спусти веревку! Быстрее!
Да. О, боже! Не ори. Откуда вы все лезете? Не крутится. Ты давай быстрее. Косой. Елена! А. Дробовик. Круто. Да, дробовик. Что за твари? Да, отвалите вы. Что, не нравится? У меня уже патронов мало. Ты игрался? Иди раньше. Эдди! Эдди, держись! Все. Что это вообще за твари? Елена? Елена, быстрее! Да сколько ты там можешь? У меня патронов мало. Все, пока тебя ждешь, Елена. Держись, Снейк! Все редок. Я рад за тебя. Хватайся! Ну? Ну и чё, не хватайся? Давай, Нейт! Давай быстрее. Сейчас что-нибудь точно случится. Я тебе помогу! Держись! И куда? Что? Да? Охренеть! Да, да, не туда бегу. Бежим! Боже! Быстрее! Сюда! Бегом, 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 бегом! Беги! Быстрее! Что это за твари такие? Не знаю. Полегче, не спроси знаю. Что-нибудь. Ты не ранена? Нет. Нейт. Все, тут они нас не достанут. Нейт. Нейт. Что? Где это мы? Я не знаю. Пошли. Что? Что? Да, вот откуда подлодка на Амазонке. Нейт, иди посмотри. Они его нашли. Проникли в хранилище и все оттуда вынесли. Да, но с монастырем-то какая связь? Не знаю.
Что-то не складывается. Если статуя теперь там, это значит, мы были прямо над ней. Обратно, что ли, наверняка этот лифт ведет наверх. Нацисты не оплатили электричество. Да чтоб тебя! Если добраться до машинного зала, можно восстановить подачу энергии. Только сначала надо найти выход. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я нашла вы. Молодец. Ну, конечно. Ага. Ну что, пошли. Ну, можно и такой выход. Тут ты сам, ковбой. В смысле? Нейт, ты же знаешь, я не допрыгну. Я тебя не оставлю одну с этими монстрами. У нас нет выбора. Ты включишь питание, вернешься за мной, и потом мы отсюда смоемся, ладно? Иди уже. Я скоро вернусь. Ага. Ну что, ребята, давайте на этом серию мы закончим. Уже увидимся в следующей серии. С вами был Рик. Всем пока.